Всем привет! Сегодня будем смотреть программу Obit System Car 11 версия. Ну это ладно, бог с ним, у кого-то может 8, 9 или у кого-то еще нету. Ну, в принципе, я вам советую как бы ее, ну, приобретать не надо, лучше можете скачать у меня или какого-то, может, другого сайта, в принципе. Она вам повысит ускорение, там, оптимизацию, здесь куча в ней программ есть довольно неплохих. При установке она только без интернета устанавливается, активация тоже без интернета. Если вы ее попробовали запустить при интернете, у вас ключи не установятся, но и сервер там их не американский запомнит и вам просто не даст больше обновления, просто будет фре будет за место вот этого будет фре написано. А сейчас она у нас стоит не прототипная, но как бы все с ключами, с лицензией, проще сказать. Ну так, настройки, свернуть трейлер при запуске, это будет потом при, ну это при закрытии свернуто, она будет у вас вот здесь постоянно болтаться. Мониторинг это вот он. Здесь вы можете смотреть, что какие у вас фоновые программы запущены. Ну, как бы можно и, ну, типа вот так вот отключайтесь. Ну, смотреть лишнее, чтобы не нагружала систему в реальном времени. Про фри она не работает, защита в реальном. Ну, она, по крайней мере, лишний браузер сюда, ну, как бы не войдет. Слежка в браузере — это что вы делаете и все, что у вас какие-то там мусор, проще сказать, оптимизация. Здесь я как бы сказать вредонос, он лучше нормальный, он как бы не так долго будет высоким, подольше будет. Ну и полное обнаружение — это тоже самое, чистка реестр это тоже самое. Сейчас подождите, сейчас объясню. Я вам прошлое видео показывал реестры, но это вот эта вот программа тоже самое, только здесь маленько она попродвинуть вот так вот. Ну это вот так вот включаем глубокую очистку, то же самое здесь вот, не забывайте галочки ставить. И как вот здесь, ну, все галочки ставьте, не стесняйтесь. Здесь можете выбрать, что корзину, то что кэши, ну и все остальное, что вам. Много, конечно, не надо, а то вот это уберете, потом что-то пропадет. Где-то производительность, ну вот здесь увидите, как вам надо, наилучшее для офиса. И где вы, ну, посмотрите. Вот у меня стоит беспроводной, а у вас то какой-то может по сетке стоять, базовый по основной все ставит. Ну, смотря какой модем у вас или еще что-то стоит. Вот так вот сразу покажет все как надо. Так, это оптимизация, лишняя программа удалена. Ну, я покажу попозже. Так, ну это в принципе не надо. Исправление в автосервисе. Здесь вот жесткие диски. Твердый диск, кстати, единственная программа, которая работает на твердых дисках. Здесь можно исправить SDD, вот оптимизацию тоже рекомендуется. Ну, в принципе, вот так вот раз и появится SSD у кого. Это единственная программа, которая умеет делать обновления. Это то же самое, защита серфинга. Защита серфинга для чего нужно? Чтобы он обновлялся без вас, ну это все остальное там вручную. Вот я поставил. И здесь просто указать прокси, просто простые буковки там по клавиатуре прогоните, и он не будет у вас вместе с интернетом обновляться и не будет ключи у вас летать. Так, активная оптимизация идет. Это что у меня оптимизировался сколько раз. Игнорируемые. Ну, это все там по... Ну, можно здесь это сюда перекидывать, но... Интерфейс пользователя, знаете, что такое? Здесь
смайлик, можете такой смайлик поставить, можно такой-то. Здесь будет потом красный, а значит надо будет чистить. Здесь то же самое, если будет производительности файлов. Ну это как. Ну, в принципе, копия это 100, она делает резервные копии. Здесь вот, смотрите сами, здесь это предупреждение все, которое идет. Это 10 секунд, когда загружается, с этой стороны появляется вот такая табличка, сколько у вас он загружается, компьютер. Хорошо, плохо, там улыбка там или звездочка появится. У вас вот здесь вот ставить применить, окей. Ускорение. Многие вот такая вот ракетка, и многие скачивают ракету, но в принципе это, ну, лишняя трата денег и прочих гигабайтов, она, ну, нахрен не нужна, проще сказать. Можете посмотреть, что он делает. Минимально это не сильно сжимает программу, это игра быстрее, но это чисто для работы. В принципе, делать запускаем. Он у вас шевелиться начинает просто-напросто. Так, аппаратное управление. Можете, у вас сразу вот здесь вот будет драйверами написано, что надо. Но этот у меня Боснер, это следующий раз как бы объяснять начну, для чего это нужно. Оно так, оптимизация программы, показывает детали, вот какие программы оптимизированные. Просто ну видите, заколебал. Так, установить это вредоносно плагин, это вот этот Orbit, они как бы все связаны, одни программы. Вот то же самое. Orbit. Защита системы. Здесь только включать. Вот тут через интернет практически. Вот этот нет. Вот это серфинг. Не было рекламы. Инструменты. Здесь инструменты показывают. А их только активировать без, с интернетом. Говорю, без интернета. Только с интернетом, да. Больше как бы не по. Это, по-моему, на 9-й версии только. Они так появляются, и то без интернета. А чтобы сделать с интернетом, надо вот просто-напросто отключить от серфинга. Вот так вот ставить, применить, но только вот эту систему Orbit не выключать. Ну, в смысле, пусть она так запущенная будет, а то моментально ключи слетят. Сделай, потом появляется мед. Вот так нажимаете, у вас он. И потом это он у вас оптимизируется, и смотрите, что у вас здесь. Здесь будет писать не обязательно, оно, ну, ну, в смысле, объяснения идут не обязательно. Так, вот ставим, например. Ну, вот так вот. Так, службы здесь, коммуналты тоже написаны. Здесь можете удалять. Вот я вот это удалю, например. Мне эта система не нужна. Это у меня через Gold, сами видали, показывал в предыдущих версиях. Но это я отключал лишнее. Так, оперативная память. То же самое. Можете при запуске сделать, чтобы освобождал. Это то же самое, как вот это вот. Вот так вот. Вот. Можете сделать умную очистку. Можете сделать глубокую очистку. Довольно неплохая программа. Можете ее поставить сюда, чтобы она здесь у вас была. Да, это автовыключение. Автовыключение это можете. Как вам объяснить это? Как когда он может отключиться, при каких действиях перегрузить сон и гибернацию, но это то же самое.
примерно, сейчас объясню, что это такое. Она связана с программой. Вот она. Она связана вот с этой программой. Так вот. Ну, кстати, здесь вот, когда поставите, лучше не сбалансированное, если у кого там эта энергия для этого, чтобы побыстрее он существенно будет перегружаться, вставьте, запоминает, и потом перегрузите, он будет работать. Ремонт системы, он сразу покажет, что у вас и как. Ну, кстати, программа, не могу сказать, что плохая, но она довольно умная. Это дело в окна, там все проверяет. Расширение, тут смотрите, какие, может быть, что-то у вас, если плохо работает, он может исправлять. Вот эту вот программу точь-в-точь все правильно делает. В принципе, вот так вот. Ну, это потом загрузим все. Так, это тоже. Здесь значки, которые нужны. Вот раз, вот появляется. Можете отключить. Вот тоже панель. Так, интернет-ускоритель. Интернет-ускоритель здесь нужен для чего? Для того, чтобы это. Вот эта хрень, которую вы скачиваете. Вот она, то же самое с этой связано. Сделать рекомендуется, он сразу показывает, какие. Это работает только по сетке. Практически. Ну и на этом то же самое. На Билайне работает. Ну что, частенько у меня так она вот оптимизируется. Это Windows-овский браузер. Вот ETR-ки тоже сам рекомендуется. Делать здесь не надо мне. Opera у кого-нибудь. Вот это самая новая программа, которая включает, оптимизирует. Тут можете почитать. Ну, довольно неплохо он работает. Так, защиту вам показывал. Инструменты дальше. У нас файлов, у которых уничтожает. Да, довольно неплохая. Это делать далее, например, добавить какой там файл вам нужен. Ну, долго, принудительно, но удаляет. Ну, вот он тоже самое, эта же программа стоит. Тут еще кучу должно быть. Так. Деформация диска, это то же самое, что я показывал, как он деформирует вот этот вот. Ну, это то же самое, что по-своему. Вот так, управление системой, это вам не нужно, это портативная версия, которую можно на флешке делать, что приходите, например, у кого-то что-то сделал на флешку, с флешки запускать, и потом можно, как вам сказать, прийти кому-то, дядьке или тетке, кому-нибудь почистить компьютер, то же самое вылезет все. Очистка реестра, это то же самое, что я вам показывал, вот это вот было, ну, например, сканировать включаем, ну, он проверяет дальше. Так, очистка диска, диск, далее это проверяем, то же самое, только на F не ставьте, но если какая-то программа, то может и удалиться, вот, нежелательных файлов. Раз она вот сюда все удаляется. Еще раз напоминаю, этой программы для ускорения. Поиск пустых папок, например. Ну, довольно неплохая. Лишний мусор. Ну вот, видите, то же самое. Ставим, удаляем. Окей. Битые ярлыки. Это которые у вас ярлыки есть. И они у вас в системе не стертые или не удаленные. Он берет, так, проверяет, например. Ну вот. Ой.
Вот так вот. Ну, в принципе, здесь все. Здесь обновление идет. А вот показать. Это что вы можете купить? Ну, лучше всего покупать не надо. Они у меня есть. В принципе. Ну вот он. 118 проблем. Исправляем. Здесь может быть у вас куча восстановления. Здесь я, по крайней мере, удаляю. Ну, кто-то может и не удалить. Но все, в принципе. А, нет, подождите, что я сразу-то не надо. Это была настройка. Вот она у вас будет проверка. Поставлю пока на паузу. Ну вот, вроде освободил мне, сколько здесь показал. Нажимаем, смотрим. Но это я отключать не буду, и там при отключении кому надо. Смотрим, какой мусор у нас здесь есть. Ну вот он, весь мусор. Проблемы какие, производительности. Все, что надо, включает, что отключает. Все сам делает. И сразу жесткий диск показывает, какой. Здесь ставим исправить. Ну как, по испорченности вашего компьютера. Ну, практически у меня то же самое, можно сказать. И потом, после этого, когда у вас как бы наберется то же самое, можно удалять оттуда вот с этой же программы. Можно удалять оттуда мусор. Он, кстати, накапливается много-много. Вот он. Вот он, лог. Ну вот он. Все, что он отремонтировал. Здесь вот сразу написано все, что он сделал. Можете сразу удалять. Он записывает, что сделал. И то же самое можете удалять. Вот он, инсталлер. Это тоже мусор. И накапливается довольно много. Много не мало, до 2 килобит. Пишем готово. Здесь вот все написано. Когда красненькая морда, то же самое поставите. И все. Ну что, в принципе, все. Эта программа закончилась. Следующая будет объяснять. Буду Боснар Обит. Как ускорить то же самое. Всем пока. До свидания. Подписывайтесь.